Приветствую всех на канале Пернатый Дозор. Меня зовут Алексей. Сейчас находимся в вольере у Павловского золота. Как видите, 6 курешек. И вернули старого петушка. Причины возврата старого петушка оказалась вот так вот. Наш волжанин. В обед все было нормально. А сейчас приехал с работы. Вышел кормить. И уже такая вот песня у нас здесь происходит. В чем причина, что да как, понять, конечно, не могу. Жалко, безусловно, очень жалко. Даже не думал, а большие надежды возлагал на него. Думал, курочки занесутся. Да, хотелось вот еще показать курей. Смотрите, морозы. И куры пьют теплую воду, и вот такие вот бахромушки у них висят. Ничего невозможно с этим поделать, если только наводить прическу, отстригать чуб. Но ничего, сейчас она прям 2-3 минутки, сейчас мы это снимем. Вода теплая, вот парит, да, видно. Налил всем воды. Вот такие вот потери в нашем хозяйстве. Минус волжанин. Вот, ну ладно. Не будем расстраиваться, падать духом. Надеемся на этого петушка все-таки. Что-нибудь он нам покажет. Если нет, тогда уже придется, наверное, искать яйцо. Курочек пускать в миксовые стадо. Как разнесутся, занесутся. И уже смотреть, что будет. Вот такое короткое кино с плохими новостями. Всем спасибо. Пока-пока.